Лукашенко, там морской бриз. У нас коты, вообще котов вывели на море. У нас морская вода распыляется. Коты собрались. Да? Масянька, Еврик, Кусака. Жулик на кухне, караулит миски, чтоб никто не ел. А Мурза тут под дверями мяукает. Вот, открыли окошко. Красота, скажи, свежий воздух, привет. Да? Кусака. Так? Еврик. Так? Жулик, ты чего морским бризом не дышишь? Расскажи, пожалуйста. Жулик. Жулик. Иди скорее к окну. Хотя не иди. А то все убегут. Морзи нету. Еда стоит. Котов нет. Видимо, наелись. Здесь стояло 5 мисок. Осталось 2. Ну, еще подъедят за вечер. Жулик пришел покушать. Ты решил на это окно кухонное, да, прийти? Один-одинешник, да, без всех. Классно на улице. Ай, супер. Да, Жулик? Давай понюхаем вместе. Ай, классно. Тоже нюхает нос. Так, вот это твоя еда, да. Кушай. Давай, давай, покушай. Нет. Кусачка, я не поняла. Откликается. Ты что тут делаешь? Заняла место. Ты мое рабочее место заняла. Курочка встала, место пропало. Кусака. Клыкастая какая, ну. Отрастила клыки. Где успела? Хвост успела только снять. А Мурза пришла? Мурза. 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 Сидит там и зашлёшь. Мурза. Ты что там мяукаешь? Выходи. Морзе. Где кокошку, как все? Морзе. 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 Она вечно, очень часто заходит и сразу уходит. Кусачка, ты что на батарее делаешь, а? В общем, сегодня что? 4 мая, а у нас затопили батареи, представляете? Хотя ночью было всего лишь минус 10. Ночью. Плюс 10. Ой. Плюс 10, оговорилась. И все, коты уже тут как тут. Да? И у нас греются. Батарея, открыто окно. Да, представляете? Открыто окно. Проветриваемся, потому что жарко. Молодцы, конечно.